Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я сделаю такой вот обзорчик на одну единственную вещицу. Вот, то, что я вам показывала, кто смотрел видео, заказала я себе вот этот вот набор спиц все-таки. Покажу, из чего он состоит, что здесь есть. Вот некоторые вещи, девчонки, а вот это вот, кстати, не знаю что. Я не совсем понимаю, зачем они. Итак, вот такой вот набор, вот пакетик. Вот, здесь, значит, 13 пар спиц. Вот. И вот такие сменные лески. Сейчас будем разбираться. Ага, лески у нас разной длины, что очень удобно. Так, смотрим. Давайте будем мерить. Значит, одна у нас для кругового вязания, я так понимаю, 30 сантиметров. Вот две. Нет, не одинаково. Все разные, девчонки. 30 сантиметров, потом 40 сантиметров. Где-то и 55. Вот такие вот разные лески, значит, крепится, вот просто прикручивается, то есть вы выбираете спицы, которые вам нужны по диаметру, вот, одеваете и вяжете, да, это понятно. 13 размеров спиц. Здесь у нас, кстати, написано 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага, вот 10. 10 с половиной. 11, 13 и 15. Вот, они все подписаны. Так, это понятно, да, спицы одеваем на, вот. Я надеюсь, что вот здесь вот не будет ломаться, как классических спиц, увидим. В общем, не знаю, цена 20-27, по-моему, долларов, вот, весь набор. В принципе, если так подумать, то дорого. Ну, а если покупать отдельно спицы, то и недорого. И, ну, как бы посчитать все стоимость всех, вот купить все спицы, то вроде бы как и недорого. Ну, в общем, смотрите сами. Я заказала, потому что мне уже стыдно видео за свои спицы ободранные. Хотя я их очень люблю, все мои ободранные спицы. Так, пока возвращаю на место, там разберемся, потому что... Какие они в работе, я не знаю. Итак, девчонки, вот здесь вот, что это такое? Некоторых вещей не совсем понимаю, зачем. Давайте попробуем. Я так понимаю, это заглушки. Я правильно понимаю, девчонки, скажите мне, напишите мне. Правильно я понимаю, что это заглушки, допустим, если две лески использовать на две спицы. Да, у вас, допустим, плед и очень много петель. Либо это куда-то в другое место. Не знаю, девчонки, вот эта вещь. Я предполагаю, что это заглушки. А вы мне скажите. Вот это вот тоже не совсем понимаю, что это такое. Сейчас я вам все покажу. Вот какие-то трубы. А это что? Девчонки, скажите, расскажите мне. Вот такие две трубочки с дырочкой. Не знаю тоже, что это и зачем это.
Вот эта вещь, расскажите, железная вещица, зачем она? Так, вот жду от вас, что с этим делать? Вообще даже мысли нет, даже предположений никаких. Что делать с этим, что делать с этим? И вот еще третья вещь. Это вообще непонятно зачем. В общем, не знаю, девчонки, жду от вас предложений. Понятия не имею, вот что вот это. Ладно. Пока из этого мне понравилось. Лески разной длины. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас здесь в пакетике. Значит, в пакетике у нас маркеры. Вот. В количестве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В количестве 10 штук. Вот. Так вот. Не очень-то богат этот набор, я вам скажу, на те деньги. Не стоит он этих денег. Вот правда. Сдается мне, что не стоит. Хотя, может, я изменю свое мнение в процессе работы с ним. Это пока, да. Через год, возможно, вот через год я сниму еще одно видео и расскажу, как они себя ведут, эти спицы. Вот сейчас это ознакомительное, а вот через год будет, год спустя. Так, вот хорошая вещь здесь. Три иглы с большим-большим ухом. Сейчас достанем. Где открывашка? Открывается. Вот мне интересно, железячки, это зачем? Куда их? Так, три иглы. Смотрите, очень классные, кстати, иглы. Вот такая поменьше. Средняя. Очень большое ухо, тупой конец, все как нужно. Очень, вот иглы очень классные, вот правда, очень крутые. Три штуки, все три разные. Тут респект. Это мне нравится. Я вот так вот положу. Далее, вот эта вещь очень полезная. Такими кусачками я пользуюсь. Ну, и в шитье я пользовалась, и в вязании. Очень полезная вещь, да? Очень, как бы, прям у краешка можно ею резать. Очень удобная. Вот правда, я эту вещь, эти кусачки я очень люблю. И шить с ними люблю. И в работе я их очень люблю. Есть вот крышечка на них. Набор очень удобен, я так понимаю, для путешествий. Вот удобно, да, чехольчик собрали, еще пару крючочков туда запихнули, и все. Ну и все, девчонки, особо не это, нет тут особо никаких супер полезностей. Можно было бы, конечно, этот набор еще дополнить, какие-то шпильки. Не помешали бы здесь, да, для жгутов. Ну да ладно, что есть, то есть. И есть вот эта вещь, которая, вот я считаю, полезна, да, для определения номера спиц. Вот она. 10 миллиметров. А что тут 15 написано? Значит, это не 15, не номера все-таки, это очередность. 10 миллиметров, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, нет, не знаю. Так, значит, вот это, что написано, это не миллиметры, это ошибочка вышла, 2,5, а начинаются у нас спицы, вот, 3,25, вот видите, ха-ха, тонких спиц здесь нету, 3,25 начинаются. Далее 3,50, вот вам, пожалуйста, 3,75, а тонких нет. Вот, если нужны 4 миллиметра, 4
4,5. Тонких нет, видите, троечка. 5,5, 6, вот это будет 6,5. Ага. 7, ну туговато как-то. 7,8, 7,5 уже нет, 8, 9 и 10, да, я уже меряю. Вот все, девчонки, в принципе, классный набор для тех, кто путешествует. Да и так он, в принципе, неплох, но вот как для меня этого набора вполне достаточно. Вот я бы его дополнила просто пару крючков, так как я в большинстве своем вяжу спицами, ну и кое-где использую крючок. Я бы здесь убрала вот эти две, вот эти самые толстые спицы и добавила сюда крючком. И вот в этом комплекте я бы могла существовать. Вот сантиметровая лента. Вот такой бы вот комплект для меня бы был идеален. По сути, мне бы всего хватило. Пишите свои мнения, девчонки, что вы об этом думаете. Вот. А на сегодня все. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока. Да, в дорогу очень удобно. Вот такой вот маленький. Еще, кстати, он достаточно объемный, этот саквояжик, кошелечек. Туда можно еще, я же говорю, и крючочки, и ленточку сантиметровую, и еще что-то уместить, что нам нужно для рукоделия. Вот сюда, вот так вот благополучно мы все складываем и едем в отпуск, и вяжем. Все, девчоночки, всем пока!